Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами Андрикс, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере gomai.ru. И как многие уже заметили, я несколько дней не писал новых видео. А все потому, что я был немножко приболел. У меня была довольно сильная температура, но сейчас мне уже немножко легче. И я надеюсь, что сегодня мы сможем записать новую серию. Не могу обещать, что она будет длинной, но надеюсь, как минимум интересной. Итак, давайте посмотрим для начала, что я сделал за кадром. Да, я пока болел, я немножко поиграл в Майнкрафт. И, собственно, вот, как видите, дверь. И здесь у нас проход на склад. Вот, как видите, я сделал небольшую лестницу. И теперь из склада можно пройти либо в наш дом, либо в убежище. Вот. Так, также я за кадром купил довольно неплохой лук. Как видите, он довольно сильный и, собственно, довольно хорошо зачарован. К сожалению, я не помню ник игрока, который мне его продал, но да ладно. Так, что же еще? Давайте выйдем на улицу, и я там вам тоже кое-что покажу. Так, на улице у нас ночь, но я надеюсь, что нас никто не побеспокоит. Так, как видите, я посадил несколько деревьев, немножко приукрасил наш двор. Думаю, со временем я здесь тоже что-то сделаю, но пока что вот так. Так, здесь, как видите, я сделал такую вот небольшую статую слайма, довольно красивая, но меня, конечно же, не радуют эти вот швы на этих текстурах. Ну да ладно, пускай будет так. Также, как вы можете видеть, наши соседи начали развиваться, построили довольно красивый дом, довольно красивый двор. Собственно, очень красиво, мне очень нравится, и надеюсь, что они дальше будут продолжать развиваться. Так. Давайте пробежимся пока что сюда. И, собственно, вот это место, я его заприватил. И здесь сегодня мы начнем строить ферму. Я за кадром остановлю запись, быстренько построю нашу коробку для фермы, и мы начнем там садить, наверное, начнем с тростника, либо из пшеницы, собственно, посмотрим. Итак, давайте я сейчас отключаю запись, начинаю строить, и как только все построю, мы сразу же с вами увидимся. Итак, я снова с вами, и, собственно, вот, где-то за 15 минут я соорудил вот такое вот здание. Это и будет наша будущая ферма. Здесь будет где-то 3-4 этажа и подземелье. Здесь на первом этаже мы сегодня начнем выращивать пшеницу, а в будущем сделаем выше ферму моркови и картошки, ферму арбузов и ферму тростника. Так, под землей будем выращивать животных и адские бородавки. Так, тут вот я сделал такой небольшой колодец. И сейчас мы пойдем, наберем в убежище на складе земли и скрафтим немножко ведер, чтобы было довольно удобно всю эту воду переносить на ферму. Так. Давайте быстренько сбегаем на склад и возьмем все, что нам нужно. Так, земли, думаю, 3 стака должно быть достаточно. И нам нужно 15 железных слитков. Так, сделаем 5 ведер. У меня даже одно есть с собой. Уже с водой, это хорошо. Так, давайте начнем крафтить. Так, и вот. Получается у нас 5 ведер. Так, что же нам еще нужно? Давайте возьмем еще немножко кирпича, кирпичных блоков. Я там хочу кое-что сделать. Так. Семена у нас есть. Давайте возьмем еще 2 рамки и 2 сундука. Так, что у нас здесь есть? Вот черт, у меня уже здесь есть ведра. Я мог и не крафтить. Ну ладно, давайте возьмем, будет больше. И так мы быстрее все перенесем. Так, где у меня здесь сундуки? Наверное, не здесь. Где же я их положил? Так, 2 рамки. Отсюда. Так. Черт, где же я дел сундуки? Я точно помню, что у меня было несколько сундуков.
Возможно, я их сюда положил. Да, вот они. Возьмем сундуки. Так, лопата у нас есть. И нужно еще довольно много факелов. Так, где у нас уголь? Уголь здесь. Давайте возьмем стак. И давайте возьмем древесины. Так, сейчас давайте накрафтим сразу факелов побольше. Так, доски. И делаем из них палки. Так, этого должно быть более чем достаточно. И давайте пойдем и приступим к постройке нашего первого этажа фермы. Так, уже довольно сильно стемнело. Наступила ночь. Ну да ладно, нам не страшно. Давайте закроемся и начнем обставлять все это дело факелами, чтобы наша пшеница росла и днем, и ночью. Так, обставим все это дело факелами. И вот так. Так, теперь давайте сделаем такие вот ряды, чтобы садить здесь пшеницу. Так, здесь у нас будет течь вода. И давайте сделаем так несколько рядов. Так, тут немножко смазал. Хорошо. Давайте сделаем немножко по-другому. Так. Я тут подумал, и, возможно, так будет лучше. Сейчас посмотрим. Так. Сделаем вот так. Вот. Так. Здесь у нас по центру получится такой двойной ряд. Вода будет течь с обеих сторон, все хорошо, все будет, земля будет хорошо питаться, и это главное. Так, теперь давайте, наверное, пойдем наберем воды и начнем ее заливать. Ой, зомби, тебя надо убить. Какой странный зомби с моноклем. Так, он нам больше не доставит проблем, надеюсь, никаких гадких криперов здесь больше нет. И давайте наберем все ведра воды. Так, что-то у меня бесконечный источник пропал. Что это такое? Давайте быстренько восстановим. Не могу понять, почему он пропал. Возможно, потому что я очень быстро набирал воду. Ну, давайте будем делать это помедленнее. Так, у меня, наверное, нет места в инвентаре. Да, все верно. Давайте выкинем вот эту палку. И давайте выкинем, что у нас еще есть лишнее. Гнилая плоть. И ну, пускай так и будет. Должно этого хватить. Так, еще один зомби. Одноглазый. Зомби-пират. Так. Кстати, у нас уже почти 30 уровень. Надо будет добить его сегодня и сразу зачаровать книжку. Так, ладненько, давайте будем наполнять здесь все водой. Так, пока что давайте в инвентарь оставим только ведра, чтобы было удобнее. Вот так, и давайте будем наполнять. Я уже забыл, как правильно наполнять, но вроде бы я все делаю сейчас правильно. И тут. Да, вроде все хорошо. И давайте наполним здесь. Так. У нас остались только пустые ведра. Давайте сбегаем еще раз. Так. Давайте, наверное, это ускорю. И пойдем продолжим наполнение. Так, где я остановился? Здесь, здесь. И давайте продолжим. Так,
тут, если не ошибаюсь, тут. Да, все хорошо. И остался последний ряд. Так, еще раз надо сбегать. Так, ну я думаю, этого достаточно. Так, выливаем. И сюда. Готово. Так, теперь давайте все это вспахаем. У меня где-то была мотыга. Вот она. Так. Кстати, наверное, у нас недостаточно семян. Ну ладно, это все быстренько решит костная мука. Так, вспахали и садим семена. Так, как видите, все начало пропитываться. Освещения здесь должно быть более чем достаточно. Так. Давайте сейчас еще, наверное, сбегаем за костной мукой. Так, у меня ее случайно с собой нет? Нет. Ладно, давайте быстренько пробежимся к убежищу. И там у меня должно быть достаточно костей. Так, так, так. Они где-то здесь. Вот, кости. Так, ведра, думаю, можно оставить. Так, и сейчас у нас будет довольно много и семян, и пшеницы. Так, давайте, наверное, сразу все сделаем. Так, костной муки у нас достаточно. И давайте их вырастим. Так, получается у нас пшеница. Так, и давайте сразу все это быстренько выкопаем. Так. И, как видите, уже у нас сразу же 40 семян. И этого достаточно, чтобы засадить весь первый этаж. Так что давайте быстренько вспахаем остальную землю. И все это засадим. Так, тут у нас немножко неудобно проходить в этот ряд. Но тут стоит верстак. Ладно, верстак мы пока уберем. Я думаю, он здесь не нужен. Хотя, в принципе, было бы удобно сразу крафтить хлеб. Ну ладно, потом что-то придумаем. Пока что пускай будет так. Так, и, собственно, давайте засадим все это. Семян теперь должно быть достаточно. Так, вроде ничего не пропустил. Немножко не хватило. Ну ладно, это быстренько мы решим. Вот так. Так. Что-то семян сильно не прибавилось. Всего на одно больше. Ладненько, давайте еще разок. Вот, теперь достаточно. И, собственно, вот. Здесь у нас будет расти пшеница. И давайте сделаем вот так. Здесь поставим сундук. Так, двойной большой сундук. Факела пока что уберем. И сделаем две рамочки. Вот так. И обозначим, что здесь у нас пшеница и семена. Вот. Довольно красиво. И довольно все понятно. Так. Тут у нас со временем вырастет пшеница. И из этой пшеницы можно будет крафтить хлеб. Так, давайте, если кто не знает, я быстренько покажу, как крафтить хлеб. Давайте верстак поставим сюда. Надеюсь, все уже знают, но если что, то вот. Ставим 3 пшеницы в ряд, и получается у нас хлеб.
Давайте сразу наш первый хлеб поедим. О, вкусно. Вот, восполнили мы нашу шкалу голода. И, собственно, теперь мы сыты. Так, в следующих сериях я сделаю остальные этажи. И там мы начнем уже сажать картошку, морковь и довольно много тростника. На тростнике можно довольно хорошо заработать денег. Он сейчас, его довольно дорого покупают. И на нем можно хорошо разжиться. Собственно, в следующих сериях мы все это сделаем. А, наверное, на этом я эту серию закончу. Кстати, вот скелет. Давайте быстренько возьмем меч. И, возможно, мы еще что-то сейчас зачаруем. Ах, черт, немножко не хватает. Вот, еще паук. Надеюсь, этого будет достаточно. Блин, чуть-чуть. Черт. Еще один моб остался. Так, здесь у нас есть одна довольно темная пещера. Возможно, там кто-то притаился. Что, никого нет? Черт. Где же вы все, когда вы мне нужны? Что это такое за беспредел? Блин. Просто мне кажется, что зачаровать какую-то книжку было бы отличным завершением серии. А тут, как назло, мобы решили меня подставить. Блин. Ладненько, давайте быстренько купим 10 очков опыта. 10 очков не должны ничего стоить, в принципе. Так, X-Buy 10. Это будет где-то $250. Да, отлично, этого нам хватило. И, собственно, давайте быстренько зачаруем книжку. И на этом серию завершим. Так, телепортируемся на спаун. Так, отлично. Интересно, есть кто-то на спауне? Нет, вроде бы тихо. Игроков вообще почти нет. Глубокая ночь, все спят. И давайте так. Это не сюда. Это нужно нам к алтарям. Так, тут у нас есть стол зачарований. И, собственно, там мы сейчас зачаруем нашу книжку. И что у нас? Сила 3. Ну, это довольно неплохо. Конечно, могло быть и лучше, но что есть, то есть. Так, возвращаемся домой. И, наверное, на этом серию будем заканчивать. Так, собственно, мы дома. И давайте, наверное, да, серию будем заканчивать. В следующей серии мы продолжим постройку нашей фермы. Я думаю, постройка фермы займет где-то еще 2 серии максимум. Да, в одной серии, в следующей мы, наверное, посадим тростник, картошку, морковь, собственно, различные продукты. А в последней серии займемся животными. Итак, на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И увидимся через несколько дней. Всем пока!